Всем привет! Я понимаю, что вам уже могла надоесть эта тема за последние пару дней, вот про эту кашу на дорогах, но реально это самая популярная новость сегодня, и она все-таки связана с погодой, поэтому пропустить я ее не могу. Но про причины и последствия я говорить не буду, я лишь скажу, как долго нам все это терпеть. Ну, во-первых, подморозит, и все это маломальски подзастынет, если не будут ничем активно посыпать. Например, от минус 9 до минус 18 градусов будет у нас дневная температура в течение недели вот так вот прыгать. Ну, а в среду ночью вообще подморозит до минус 30. Что касаемо визуальной части, синоптики пообещали нам снег стабильно каждый день на этой неделе. Так что все это будет уже посимпатичнее. Я думаю, любители вот настоящей белой зимы, конечно же, обрадуются. Что у нас с погодой на завтра? Давайте посмотрим. Ночью минус 14, днем минус 11. Но вроде как нормальная температура, комфортная, но синоптики пообещали нам сильный порывистый ветер. Обязательно учитывайте, по ощущениям будет намного холоднее и совсем неприятно на улице. Ну и также, конечно же, снег. Всем хорошей погоды!